Владимир Фаншель родился в Одессе, но в возрасте 5 лет семья перебралась в Австралию. Однако это не означало, что мальчик лишился одесской атмосферы. Я в Австралии вырос в маленькой Одессе. Все мамины друзья – одесситы. Это как Брайтон, но в Австралии. Вот я учился поэзии у Юрия Михалика, потрясающий одесский поэт. А математики у Алика Радчика, который здесь физмат заканчивал. Так получилось, что у меня все детство в таком закрытой маленькой Одессе, на берегах Тихого океана. Я очень-очень рад быть здесь, на родине. Нет ощущения, что я куда-то приехал. Здесь я приехал домой. По словам маэстро, за спиной которого множество выступлений на подмостках театров мира, таких как Одесский оперный театр, мало где можно увидеть. Я очень много театров видел вокруг мира. Я должен вам искренне сказать, что таких театров, как Одесский оперный театр, наверное, 5 максимум в мире по красоте. То тепло, что есть в зале, акустика потрясающая. Оперу «Травиата» Владимир Фаншель дирижировал многократно под разными софитами. Однако в Одессе, подчеркнул австралийский гость, лучшие условия для этого спектакля. «Травиату» я очень много раз дирижировал в Петербурге. И я в Германии работал над оперой, в Будапеште. Здесь мне просто, я считаю, это идеальный размер оперного театра. Вот он не слишком большой, не слишком маленький, он просто абсолютно точно достаточно интимный, чтобы все почувствовали себя частью сцены. И не слишком маленький, чтобы можно было открыть голоса и оркестру очень ярко играть. Дирижер уже успел провести одну репетицию с оркестром и остался доволен результатом сплоченности и профессионализма одесских музыкантов. Однако в «Травиате» маэстро предложит публике небольшие изменения. Гость уверен, что главная роль руководителя оркестра – передать слушателю чувственную часть оперы, а не копировать предыдущих исполнителей. Не важно что-то новое привести, а важно очень хорошо донести смысл того произведения, чем вы занимаетесь. Не важно что-то найти необычное там. Важно просто очень хорошо найти суть и донести это. Как бы ни было, я не смогу это сделать, как Клаудио Бадо или как Караян. Это все равно будет от меня. Потому что его темп – это его темп, а как я чувствую – мой ритм – это мой ритм. Владимир Фаншель не только дирижер, он является основателем и руководителем серии концертов «Дебюты Мейстер». И вместе с известными международными артистами создал цикл программ, задействуя поэтическое слово и современные возможности освещения сцены.